Значит, взяла разбавитель, взяла белильца, взяла ультрамаринчик, достаточно вязко. И ты видишь ритм мазочков коротеньких. Мы сразу начнем не с коротеньких, чуть более крупных, но также заритмованных. Вот такую рябь мазочка, сухой холст, суховато, как бы с продресью холста, набираем. Вот оно. Лежачая к холсту кисть, короткое штрихование, так, чтобы рябь белого холста сохранялась. Пока все делаем так, как будто бы у нас только белые и синие возможности. Как будто нет у нас никаких цветнил. То есть используем ресурс белого и синего. Как черно-белый рисунок. Набираешь так. Где у нас небочко светлое, набираешь больше бело. Еще больше бело. Вот так сухомяткой и с ритмом мазочка. Если уж совсем стало суховато, можно чуть-чуть взбодрить разбавителем. Хорошо? Хорошо? Вот такое. Сильно не жми, не закрашивай, а чиркательно. Хорошо? Да. То есть, чтобы вот эта вот продресь оставалась. Эта продресь как некая каркас картины некоторое время будет удерживаться. И он будет давать эффект воздуха, меньшую кисть. И все то же, но уже мелкой. Покопошишь вот этими мазочечками, Добираешь. Чуть-чуть начинаешь намечать рисунок. Гоняться за каждой линией не обязательно, но идею вот эту витиеватую, лежачая снова кисть, ты видишь, я подкручиваю кисть, чтобы она витиевато выставляла эти. И продолжаешь набирать, но уже мельчишь, создаешь рябь мелкую. Вот она, ритмичная мелкая рябушка. И тоже с некоторой скоростью, так, чтобы вот затеять этот творческий процесс, заквасить его, в том числе и в темпе письма. Несмотря на то, что темп подразумевает знание, когда я знаю, мне легко работать в темпе. Но поскольку здесь нет точного рисунка, то, собственно, нечего сильно медлить и бояться, да? А ритмы понагнали. Так, ну что, возьмем теперь желтенький. Это же сухой, да? Так? Да. Можешь сначала с небочка начать. То же самое бомбишь небочко. Вот оно. Продресь остается, и это культурный слой. Живопись любит в том числе и продресь холста. То есть вот ту белизну холста, если она остается, почтенные художники подходят и говорят: ух ты, ишь ты, молодец, хорошо. А если все закрашено, часто сетуют, дескать, ну, слабо. Поэтому будем идти у них на поводу, тем более, что это красиво. Здесь уже больше идею мазочка. Вот этого. Лежачая снова кисть. Идея мазочка. Идея стаек. Стайками раздаем. Зигзагом. А стайка — это зигзаг. Зигзаг. Лежачие вот такие, как бы немножко с запятой мазочки. Набрасываешь. Потом плюс розовиночка появится. Вот эти розоватости, коричневатости, да? Давай. Проявление. Но все-таки старайся больше
чиркать, чирк, мазок, мазок, мазок. И действительно, скорость ты хорошую набрала, буквально как швейная машинка, топчешь, топчешь, но чирком, не только маканием. Макание как одно из проявлений мазочка можно сделать, но в основном все-таки пусть махонький, но чирк. Угу. Ладно? Хорошо. Хорошо, очень хорошо. Очень хорошо. Домики тоже можешь немножко так наметить, чуть-чуть. Смотреть по спускающимся. По спускающимся. Угу. Другой по... Вернее, вот теневой, вот по такой траектории, а световой несколько вот по этой траектории накидаешь идею света и тени. Угу. Тоже достаточно помельчишь, помельчишь этими мазочечками. Ну, два направления постарайся создать. Угу. Здесь где-то и сиреневиночки позабрасывать сиреневиночки, чтобы они от зелености воды внятно отделились. Потом синюшечка. Угу. Их разделяет нарядная зелень, желтый, бирюзовый, прямо нарядная зелень, вот здесь она разделяет их, хорошо? Угу. Здесь хламничек, а здесь ритмы, здесь хламно, угу. А здесь ритмы, ну и здесь удерживайся в ритмах, и еще не делай округлым край. Сделай его зигзагообразным, с торчаниями. Хорошо? Mm-hmm, чтобы да. Он не был шапочкой. Шапочки разгоняем. На их место придут вот эти настроения, зигзаги некоторые. То есть торчачесть. Хорошо? Mm-hmm. Ну ничего так себе. А вот это почему не попробовал? Попробуй. Подождите, я еще только начала. Да. Ну очень неплохо, очень. Здесь тоже, смотри, небочка как бы в унисон этим ребяткам, это... туда же, шторочкой. Вот такой повисший шторочкой. В унисон листиком. Немножечко насадить плотности. Плотности чуть-чуть насадить. То есть рябь остается, но кое-где появляется более плотный мазок. То есть при том, что сбивается некоторая умельченность мазочков, но при этом сохраняется ритмованность. Здесь формат, я думаю, картины был несколько крупнее, чем наш, поэтому у него мелкость мазочка выше. Но мы тоже постараемся, чем дальше, тем больше помельчить, где возможно, и обобщить, где у него более обобщенно. Видишь, он бомбит, на самом деле, и одним цветиком, и другим, хотя там наверняка простецкий зеленый был. Это ж наверняка с натуры нарисовано. Наверняка был простецкий зеленый. Он врет, преувеличивает, и это звучит. Можно и вот здесь тоже вот эти вот очень активные пораскидать. Вот прямо густятиночка. Вот эти камеры видят, то можно вот показать, как. Может быть, сбоку на свет, чтобы видно было, что густятинка краски. Очень хорошо у тебя с мазочком все сложилось, поэтому... Если нравится эта технология письма, она, мне кажется, не может не нравиться. Нравится. Вот, то, конечно, все заребить и будет красиво. Ну, единственное, что чуть будет проблема с цветом. Будешь немножко
еще пока робеть светом, да, когда они нахально преувеличивают. Ну, я думаю, что несколько работ сделаешь такого рода, скопируешь их, а потом появятся и свои ощущения, где что можно себе позволить, да. А здесь вот они часто делают так, что в тени у них, ну, прямо откровенная синька. Хотя вот если смотреть на дерево в тени, оно не будет синим. Оно как было коричневым, так и осталось. Но они усиливают идею света и тени. И синюшность теней эту идею усиливает. И мы вместе с ними учимся хитрить. Это именно хитрить. Потому что до импрессионизма так себе не позволяли вообще. До импрессионизма набор, тоновой набор картины был через коричневые. Ну, да. Это импрессионисты придумали через синюшку идти. Поэтому до импрессионистов даже в голову такое не приходило, что вот синяя в тени. Радость настроения создается. Да, да. Сейчас это вовсю используется, и никто не сомневается, что так здорово. А тогда это им пришло в голову. И главное, это множество мазочков, оно создает еще такое любовное происшествие на холсте. То есть видно, что художнику было очень приятно это делать. Он прямо тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю каждый лепесточек порисовал. Хотя ты видишь, это ж достаточно как швейная машинка, да. Но при этом ощущение, что художник прямо любовался. Ему прямо было так весело и так любовно с картиной. Может, и здесь тоже намек на веточку все-таки. Тоже, ты видишь, ни конца, ни края. У него же то же самое. Непонятно, где она появилась. Вот такая мерцательная линейка. Хорошо.